Уважаемые жители Лабинского района, в связи с многочисленными обращениями граждан, поступающих в администрации поселения, в администрацию муниципального образования Лабинский район, по вопросам заготовки дров в зимний период, по поручению главы администрации муниципального образования Лабинский район было проведено ряд совещаний, на которых были подняты вопросы обеспеченности населения твердым топливом. На сегодняшний день от жителей Лабинского района поступило в Министерство природных ресурсов Красноярского края более 700 заявлений. По результатам рассмотрения удовлетворено уже 380 заявлений. Работа по рассмотрению продолжается дальше. С целью решения вопроса по заготовке твердого топлива населения рекомендуем вам незамедлительно обратиться либо в администрацию сельского поселения, либо в МФЦ для подачи заявления на соответствующую услугу. Данные заявления будут в кратчайшие сроки доставлены в Министерство природных ресурсов Красноярского края, и там уже в свою очередь будет рассматриваться. Администрация муниципального образования Лабинский район всемерно будет оказывать помощь для скорейшего рассмотрения и принятия решения Министерством природных ресурсов Красноярского края решения о выделении населению дров. Данный вопрос находится на постоянном контроле главы администрации муниципального образования Лабинский район. Мы в ежедневном режиме докладываем информацию о поступающих обращениях и о результатах рассмотрения данных обращений.